Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 10 января 2019 года. И я получил на почте две маленьких посылочки из Китая. Ну, а теперь, собственно, приступаем к нашей распаковке. И начнем, наверное, с малого пакета. Пакет большой, и это у нас как раз, друзья, и есть ветрозащита. Вот она. И вот я все-таки сделал это. Там резиночка очень такая плотная, но это хорошо, чтобы ветрозащита не слетела от ветра. Держится достаточно плотно. И вот так вот выглядит. Ну, это прищепочка, которая у меня была на моем микрофоне. Так что все, друзья, теперь у нас ветра анапские нам не страшны. Что же там? Угу. Вот такой переходничок. Очень аккуратный, я бы сказал. Ну, вот и все, друзья мои. У нас появился такой переходничок, который нужно будет проверить. Появилась эта замечательная ветрозащита. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, до свидания, до следующих встреч.